Педагоги и студенты Евразийского национального университета имени Гумилева примут участие в литературном челлендже. Больше 20 тысяч человек прочитают наизусть отрывок из романа эпопеи «Путь Абая». В столице обсудили статью президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованную в рамках празднования 175-летия Абая Кунамбаева. В Евразийском национальном университете прошла научная конференция. Свое мнение сегодня высказали ученые и общественные деятели нашей страны. Политолог Мухит Ардагер Сыздык-Назаров уверен, что слова назидания великого мыслителя как нельзя точно отражают проблемы современного общества. Если мы посмотрим на жизнь Абая, то фактически, выражаясь современным языком, он был региональным топ-менеджером, топ-руководителем, причем династийным. Это менеджер вопросов власти, культуры, образования того времени. Его каждое слово как пост социальных медиа. Все современные проблемы современного Казахстана, они не эксклюзивны, они были и тогда. Поэтому Абай и мега современен. Я очень рад, что этот Новый год, наступивший, начинается именно с торжества идеи Абая. Это философия, казахской философии. Это культура казаха. Это литература казаха. Абай обо всем этом говорил еще в прошлом веке. Без идеи, без патриотизма, государственном масштабе, национальном масштабе строить новое общество невозможно.